Угроза военного удара западных стран по Сирии привела к стремительному росту цен на нефть. Баррель сорта Brent подорожал еще на процент, до $115, на фоне опасений о том, что разрастание кризиса в регионе может вызвать сбой поставок черного золота с Ближнего Востока. Европейские биржи закрылись в среду снижением основных индексов третий день подряд. Инвесторы избавляются от акций и переводят средства в гособлигации, золото и другие активы, менее зависимые от мировой экономической обстановки. На рынках существует опасение, что конфликт в Сирии будет разрастаться, говорит этот аналитик. Это очень опасно. Цены на нефть в этом случае резко возрастут, рынки будут падать. Будут расти цены на золото и серебро. Это приведет к росту доходности государственных облигаций. Поэтому мы надеемся, что если будет война, она не продлится больше 2 дней. Снижение российских индексов оказалось более сдержанным, чем падение индикаторов на западных площадках благодаря росту котировок нефтяных компаний. Эксперты французского банка Société Générale считают, что если военный конфликт в Сирии затронет другие части Ближнего Востока, стоимость нефти сорта Brent может подняться до $150.